Чувашия завершила 2013 год в условиях положительной динамики роста по отдельным направлениям развития экономики. Исполнение бюджета прошлого года обсудили на заседании Кабинета министров республики. Отличительной чертой республиканского бюджета Чувашской республики из года в год является его социальная ориентированность. 2013 не стал исключением. Около 70% всех средств израсходовано на социально-культурную сферу. Но, несмотря на увеличение социальных затрат, государственный долг Чувашской республики снизился, а доходы возросли. Консолидированный бюджет Чувашской республики за 2013 год по доходам исполнен в объеме 43 миллиарда 79 миллионов рублей или на 100% к годовым планам назначения. Рост к уровню 2012 год составляет 7,4%. По собственным доходам поступление доходов составляет 27 миллиардов 922 миллиона рублей. Рост на 9,2%. Глава Чувашии обратил внимание, что часть средств, поступивших из федерального бюджета на различные проекты, в 2013 году осталась неосвоенной и дал указание непременно вернуть эти деньги в республиканский бюджет и израсходовать по назначению. Также на заседании правительства обсудили вопрос развития общественной инфраструктуры муниципалитетов. Комсомольский район, как победитель конкурса на право проведения мероприятий в рамках празднования Дня Республики, получит поддержку из республиканского бюджета в сумме 10 миллионов. Предусмотрены средства на гранты по сохранению и восстановлению природы ландшафтов, культурно-исторических памятников, а также национальных традиций народного промысла и ремесла. Их также распределят по итогам конкурса среди муниципалитетов.